И снова здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас на обзоре карта Штука 5 или Стуф 5 она. Поедем мы сегодня Злой Слон. Это я, Павел Каблуков, Иван 89 и Драйвер 51. Как всегда, Дима, ты с нами. Мы, да, тебя, мы да. тебя знаем. О, и какой-то тюлень, смотри. И тюлень какой-то еще присоединился к нам. Подождите, тюлень сейчас будет готов и пойдет пешком. Этот самый автор карты у нас кто? А кто тут, у нас автор? Тот же самый, кто четвертую создал, третью, вторую и первую. Блин, а он же присоединился ко мне. Я не помню. Сегодня ж на обзоре было. Сейчас скажу я вам точно. Автор Кадет 124. Да-да-да, Кадет 124. Парень молодец, просто супер. Карты офигенные. Да, по крайней мере, вот эти все. Вот эти штуки, да. Четыре штуки были вообще класс. Ну, вот сейчас мы ее потестим. Я первый раз вообще еду на этой карте. Я тоже первый раз, не знаю, что и даже где, не пробовал, почему. Вообще не знаю. Давайте запускать, что. Так, поедем мы сегодня на модах, на новых сконверченных модов. Модах мной и драйвером 51 РУС. И машина у нас Студебекер. Студебекер US6 и Студебекер просто. Ну и наш любимый крас 260. Так, все готовы? Готовы. Да, поехали. Начинаем. Надеюсь, запустится. Да должно, как бы там. В принципе, проблем не должно быть. Все. Все. Я здесь. Пошло. Я еще гружусь. Странно, все, у меня почему-то видео стоит. В смысле? Ну что-то вроде не пишет. Должно тикать время. А тикает все. Это просто висяк из-за этого был. Ну, такое бывает. И я уже в кразе. Ну че, перепрыгиваем на Студебекер? Давай, я на первом поеду, на вот этом. Так. Че нам надо-то? Тут хоть вообще что-то как-то открыто? О, темнота, друг молодежи. В темноте не видно рожи. Так. Я вообще даже без понятия, куда ехать, парни. Вообще пилорама. Такая же история. Надо я немножко знаю. Проведу. А нам надо гаражи сейчас что-нибудь открывать вообще? Гараж один единственный здесь. Один, да. То есть мы едем сразу на лесоповал. Да. Заправка. Так, ладно, я тогда... Заправка. Ладно. Платформу я беру. Так, я туда. Ты какую берешь? С распуском? Ну да. Но я вот сижу, думаю, длинный взять или короткий. Давай возьму бортовой с прицепом. Маячки. Не буду я длинный распуск брать, ну и нафиг. Я короткий взял. Я тоже короткий возьму. Тут я аппарат хороший. Меня не выпрыгнет, не пойдет? Нет, не должен. Заправка прямо. По знакам можно ехать. Ну все, Вань, за тобой едем. Да, поехали. О, ты тоже на этом, Диман, поедешь? Нет, я его на веревку сейчас возьму. А. Там ремонт, так, соляр, первый. Если что, подкину. Первая грязь. Давай. У нас, чтобы это маленько хоть разу начали. Ну да, кстати, вот водитель у нас в одном Студебекере сидит справа. Да. Хотя я смотрел, кстати, он, по идее, леворукий должен быть. Но почему-то... Так, мы едем-то куда? Направо, налево? По знаку, на заправку. Направо. А, кстати, вот тут если грамотно знаки ставить, то хоть знать будем, что где. Да? Ну да. Блин! У него кабина открыта, его там, наверное, все в этой тайге сейчас комары сожрут просто легко. Бери мазь, есть. Мазь. Продолжать не буду. Сейчас, парни, я точечку открою.
спрятаться даже негде, бедному. Хорошая заправка, хорошо развернуться можно. Да, тут калины такие, мама не горюй. Надо тут накрадено ехать. Хотят тут бекер пустой, так ползет вроде. Но он должен нормально, Диман, вообще пилить. Должен, тот должен, только что-то. Снаф, работа сейчас. Ну, тут жесткая карта за парней. Тут грязюка голубая. Да. О, а ты куда поехал? Я? Точку открывать. А, ты вон уже где? Нет, я одну-то оставил машину. Вот, что там изменилось? Оба-на! Вот тебе и здрасте! Смотри, какой пятак я расчехлил. Да. Начинается самое интересное. Ну, как видите, лесоповала у нас две. Пилорам пять. Ой-ой-ой, да, блин, тут тяжело будет, наверное. Сейчас увидим. Нет, еще не все. Как вообще он тут на этих хуеньких колесиках? А у тебя худые колеса? Да. Я немножко увеличенный поставил. Ох, как красиво, смотри, пробежал. Упрет же нормально. Ну, все, мы тебя ждем тогда, Дима. Все, проехал без проблем. Я заправиться, что надо, мне ж надо сразу два утянуть. Кто-то скрины шлепает. Ваня там. Как всегда, я. Сразу как два красиво стояли. Паш, сейчас подожди. Паш, ты за мной езжай. Давай. Не знаю, крас тут проскочил, ура, я утопил здесь. Попробуем на нем проехаться. Вода глубокая. Но я аккуратненько пролез вот здесь. Надо по краешку как-то, да? Да. Но по краешку там грязи, грязь. А, водите, ноги мокрые. Ух ты, где полез, а? А и не объехать никак, да? Объехать можно, сейчас Дима появится, он точно объедет. Но я и так объезд нашел. Вот Диман летит. Во, в этом студебекере там вид есть из этого. Приборная панель там присутствует. Да, на нем есть, на втором. Кстати, вот на второй, может, текстура пойдет. Навряд ли, у них крыша разная. У них, ну, разная, в принципе. У него есть, то есть, и стекла по-другому, и форма кабины другая. Ох, Дима, ты где там поехал-то? Там где-то не там. Я не ищу легких путей. Я же говорил же. Дмитрий все найдет. Ой, тут, наверное, глубоко, да. Наверное. Ой, тут еще и грязь. О, да. Все, парня. О, только будочка видна. Пошел урон. Давай, греби, зараза! Там грязюка, все, что-то у меня там все встало. А ты заглох? Все, парни. И, подожди, я сейчас на красе подъеду. Найти бы крас. Все, я еду. Труба. А жалко, что нельзя лебедочки-то, да? То я к тебе еду. Одни трубы торчат. Как у аквалангиста, бляха-муха. Так, а тут кто возле меня проехался? Пошли, что ли? Да. Ну я нам эту машину техподдержки еще пригоню. Нормально, вы где все делись-то? Сейчас подъедем. Вот на крась надо переезжать, короче, вот где я проехал. Как раз ты тут промеж деревьев, наверное, пролезешь. Угу.
Понял. Ты имеешь в виду поверху подниматься? Или по воде? Нет, вот где мы заезжали сейчас? Где вы есть-то? Вот он, я по... Во, давай, вот сюда давай. И вот тут вот постарайся промеж деревьев пролезть. Вот тут, вот, где я стою. Понял. Тут едь прям по воде, едь, тут нормально. И вот сейчас вот прямо постарайся промеж деревьев тут пролезть. Он должен, вроде место позволяет. Во, нормально. Давай. Еще вперед. Проезжай, вообще проезжай, наверное. И налево надо было, налево, чтобы не глубоко тебе, по краешку, вот по берегу. Или попробуй меня морду, вытащи меня пока сначала. Сейчас лебедкой попробуем. Да, давай лебедкой. Все, давайте не меня морду, чтоб на улицу вытащить. Может даже попробовать поехать назад. Сейчас, все еду. А ты лебедку принял? Да. Все, я на шнурке уже, давай. Ты меня за жопу зацепил. За морду цепляй. Во. Ты же вроде другой здесь утопил. Я оба утопил. Все, я тебя отправил. Принял? Да, ты за морду зацепил? Я не пойму, что ты, как он тянет. Я даже не вижу, тут три точки. А, ну там три есть. Там их три. А, да. Так ты стой! Айо. Ты другой меня зацепил, ты другого зацепил. Ты цепляй, который с тентом. Ты зацепил, который у меня с прицепом. Так, а ты пересядь на тот, который с тентом. А, я не на том сижу, что ли? Да. Точно. А я и хочу, чтобы мне стентом вытянуло. Я не на той машине сижу, думаю, откуда он меня цепляет. Думаю, я принял, блин. Что-то не... Давай. Удаю. Уже принято. Кто мне опять прислал? Ваня, это уже я прицеплен уже давно. Давай. Тяни. Ф. Лебедкой. Ну. Да никаких ни звуков, ни предметов. Так у меня лебедки нету. Он меня не тянет. Сейчас. О, он сам выехал уже, да? Да нет, он меня немножко поднял тут. Еще? Не надо. Спасибо. Вот здесь вообще нормально. Так, ну я вас жду, тут прибор хороший. А вот здесь что-то ненормально. Да ладно. Да. Скачу, не прокатит. Не знаю. Опасный момент. Кстати, автор карты также раскидал бревна посреди дороги, которые надо будет толкать. Ну прошел. А что ты не пошел тут поэтому? Не знаю. Побоялся перевернуться. О! Мне надо второй завести, а то я его на веревке тащу, по-моему. Я уже урон получил. Ой. Аккуратно, опасный момент. Все нормально. Где наша не пропадала? Ползем дальше. Ну так-то ничего, они гребут, хорошо машины идут. Ну, машины хорошо идут, вообще классно. Деревья ломают, на ура. Так, вот сейчас будет немножко опасный момент наверху.
грязь скидывает, конечно. Скидывает вообще тут конкретно. А там вот сейчас... налево, слева дорога. Это что за дорога? Сейчас мы все увидишь. Мы там туда, было... туда и поедем? Да, там, там пилорама, по-моему. Ну, Диман, катись назад, можешь маленько? Сейчас, подожди. Я отцеплю тогда этого второго своего. Все, хватит. Чуть-чуть. Там камни еще падают. Тут надо полевее маленько брать. А то эту стаскиваю. Ох, ё-моё! Опасный момент. Очень да. опасный. Очень всё, опасный пролез. Момент. Дима там по оврагу где-то, что ли? Опять? Нет, тут, тут много где можно объехать. Не, ну карта мне нравится пока что. Пока что вообще все классно. У нас и такая карта будет. Местами грязь, местами сухо. Чуть-чуть опасно. Дима появился. Блин, опять срезало. Опаньки, хлопцы. Как я вас тут сделал? Красиво. Как ты так пролез-то там вообще? Все, сейчас пойду. Я там овраг. На второго пересяду. Сейчас я с прицепом туда перекину. Как ты тут залез? Нифига тут обрыв. Жесть. О, все, я встрял, парни. Ко мне красный далеко. А, у меня прицеп. Я так-то бы прошел, у меня прицеп. Не-не-не, не надо. Ой-ой-ой, гнет. Раз точку открою, посмотрите. И, кстати, точка находится прямо у туалета. У туалета? Да. Кто хочет, может сходить пока. Да? Я сколько заметил, много всяких разных карт, полигонов, и везде есть туалет деревянный. Ну правильно, вдруг приспичит дороги. Ну да. Чтоб мошки сильно не кусали. Ну скажу вам, колеса классные, по грязи вообще плывет. Ему бы еще высокого... Диман, что, давай, может, дёрну что? Не-не. Пока не надо. Или толкну. Прицеп, если ты меня толкнешь, вот у меня, который за дерево зацепился. Вот где колесо у меня переднее от прицепа. О-о-о-о, всё, Паша. Нормально пошел. Ты-то вылез, нет? Да я-то наверху. Ну, скажу, вид с кабины. Что-то вообще ничего не видно. Обалдеть, как ты сюда залез? Я вообще не понимаю. Офигеть. Слушай, ну он может, этот студебекер этот. Не, на веревке. А ты на веревке, я думаю, нифига, да, он сам. Не, тут есть точка зацепа, за какой-то поленой там зацепился. Ну сейчас где будем ехать, куда я встал, там немножко опасно. Давай, давай, греби, греби. Да он гребет вообще классно, мне нравится. Я даже сейчас загрузился и ползу. Ну чем?
У нас туда бекери? Да, вот что-то я на нем ползу здесь, по грязи, груженый, кстати. Вообще милое дело. Даже в горку поднимается. Ах, водителя комары кусают, ноги чешут. Так, а нам потом-то куда? Там, где ты, Ваня, стоишь? Да. Там немножко опасно. Очень много склонов, поворотов, но немножко с четвертой похоже. Все пролез. Тут пригорочек с грязью вообще классно ползет. Все колеса грибут. Ну да, он ледовый. Окрас со своими тапками. Молодец здесь также. Да крас-то это вообще отдельный разговор. Крас это да. Бешеная вот пара. Вот в чем сила, брат. Да. Кстати, скажу вам, я выключил полный привод, сейчас еду на заднем, то есть. На заднем? Да, великолепно. Ну да, тоже едет. Едет. Ну-ка, без дифа. И без дифа я даже пробовал. Ну, так, средненько. Вот здесь можно попробовать без дифа и без привода. Но я боюсь, что если я так сейчас сделаю, я больше туда не выйду. Да блин, тут вообще с прицепом не вариант. Думается. Не поверите. Че? Без привода и дифа я проехал эту лужу с грязи. Правда, я включил сейчас, потому что я застрял. Сейчас я попробую. Не, классная машина, мне нравится. Я застрял. Колеса такие серьезные. Можешь им, Диман, оставить один комплект резины и все, вот этот второй не заморачивается. Не серьезно получится. Получится несерьезно. Это несерьезно. Ну вот это вообще мощная резина, красивая прям. Так смотрится на ней прям хорошо. Я вылез, не поверите, я вылез. И снова ночь. То есть вечереет. Седая. О, и снова седая ночь. Диман, ты где там? Да я сейчас с прицепом тут морщу. Одно место. Вот здесь спуск. Лучше на ручнике, на тормозах. Но мне что-то ничего не... Есть! Положил? Нет. Аккуратненько спустился. Что, где там? Вау. Мы тут грязюку намутили. Калинище. Я Димана жду. Я все загрузился уже. У меня передние колеса висят. Ну-ка я сейчас через эту лужу тоже без дифа, без этого, без полного попробую. Нифига не идет. А пониженный? А пониженный. Буксует, стоит. Я закопался.
О, а кто тут стоит, а чуть не вогнал? Я тут стою. А зато врубил полный все, как танк. Тут палку положил. Ну тяжеловато ему все равно, тут подъемчик такой. Эй, зарылся. Зарылся? Ага. Нет, я тоже зарылся. Не, он взрывается хорошо, но вылазит. Похоже, как Паша на спуске будет. Тут спуск и резко грязь. Может, буду падать. Дима там опять что-то нахитрил, он почему-то вперед всех опять пролазит. Не, он за тобой идет. Да че, я обогнал тут. Ну, вперед, позже меня в лужу заехало и вперед меня выехало. Как так? Я взял полевей просто маленечко. Вау! Тут резкий поворот стоит. Все, один борт ушел. Смысле? Да у Димана прицеп улетел. Как, не улетел? Да блин, полетели. О, да, точно. Нифига я дал. Да ты его отцепи, бросай нас. Я сейчас вернусь. Вот тут опасный момент. Так. Так, я тебя поджал. Я знаю. Тут видишь, получается. Сейчас я сдам назад. А не. Ну я чтоб посвободнее-то был. Ох, ёшкин матрёшка. Я спустился. Это что тут такое вообще? Ох, я урон поймал. Ну чё, Паш, у тебя навыки есть по таким склонам съезжать? Да, последний раз это закончилось не так уж, как хотелось бы. О, вроде ничего идет. Нет, он идет. А вот тут тяжко поднимается. Дима, ты где? Я отцепил прицеп. Жалко, нельзя материться, но камни. Нет, тут камень попался под колесо и все, я не могу подняться за него. Удобно, колесики маленькие, и этот камень объехал. Вообще красавец. Ползет, ты смотри. Ползет, но крутые спуски, повороты, ползет. Так, что там, где у нас? Диман, ты что-то отстал где-то, а? Да я тут все с этими прицепами ковыряюсь. Все, поднимись, стой. Давай его подождем. Давай. Да я хотел прицеп зацепить, да туда этот. Съездить, да загрузить его опять. Этот с деревяшками. С деревяшками оставить. Передо мной резкий поворот. Знак. Очень глубокая лужа. Знак очень глубокая лужа. Возле знака глубокая лужа. А, я там уже сегодня купался. Надо объехать как-то. Что-то там Дима крутится, крутится возле елки. Блин, надо было удаленный распузок брать. Это я зря так. Как бы поинтереснее было. А, длинный? Да. Ну да. Так, у меня сколько? 6 очков, да, получается? 4. 4, у тебя тоже 4, 8. Да. У нас одна пилорама тут. Ну. Мы сейчас на эту пилораму, там Дима развернется, мы поедем за Димой, он поедет на другую пилораму. Как раз мы попадем все в гараж. После гаража заправимся, опять на лесоповал. Заглушить надо. Не, все, водитель спит. Спит, у меня тоже уснул.
Так, пока Дима едет, я пойду покурю. Давай. Что он так тяжко-то с прицепом ползет? Я пока на втором прилетел на эту, на пилораму тоже. Налисповал. Алло, Диман. Я. Что у тебя там происходит? Все, еду. Ой. Ну там далеко осталось-то вообще, как бы. Да. Город выйдет пьяный. Нифига в гараж не возвращается. Я вернулся. Я на кабель подвернулся. Может, то, что в грязи? Или в воде? Куда не хочет? Подъем. Чей-то прицеп тут вижу сзади. Мой, наверное. Он это уже догоняет. Паш, полицейский в машину. Все, я здесь. Поехали. Поеду. Завел машину. Камни летят. Камни, да. Все нормально, Дима?
Я отцепил прицеп, вот этот перевернутый, перецепил на вот этот тентовый, который у меня с этим. Съездил туда с ним, зацепился. И у меня, короче, прицеп, который был вот с первым, с Студебекером, с мигалками. Сейчас у меня с дровами на другом. То есть у меня тут манипуляция небольшая произошла. Замена, скажем так, ведомого. Так что, парни, не парьтесь, у меня 4 с собой тоже. Березы. 4 березы. Знаешь, что самое интересное, Диман? Ай. У нас тоже по 4, а там всего одна пилорама. Да нет, ладно? Да. Мы сейчас доедем, с тобой разгрузимся. Вы что, смеете, что ли? А я-то куда ползу с вами, дурак? Так ползи, ползи. Там будет развилка. Так а смысл мне этой развилки? Я просто с вами пятак прокрутил и все. Почему пятак? Ты внимательно посмотри. Мы сейчас идем на пилораму. И че? Я опять возвращаюсь, получается, к гаражу. Я просто прокатился с вами круг с дровами. Тут а, в принципе, да. Вы сейчас вы-то разгрузитесь, поедете на пилораму. А я поеду, могу на другую пилораму, пока вот на ближнюю, где заправка, отвезти туда. Ну вот. Ну как бы да, в принципе да. Давайте только тогда, или пропустите меня, я помчусь, как сумасшедший. Пролезь бы нам. Так, тут уже все, мы уже приехали. Мы уже приехали. Эх, грязь и воду пройти бы еще. Опа! Что такое? Лови! Есть контакт. Что, лег? Лег. Все. Устал. О, вижу, моргает. Ай. Там говорил, аккуратненько. Дела. Один устал. Вот не заладился вообще у меня этот рейс. В том рейсе я повалялся. А вот что-то как-то не пошло. Смотри, как лужу проскочил. Ну. Что-то прям лихо аж. Опаньки, я поднял его, парни. Ну что, опять загружаться поедешь? 2 полена у меня есть. Вези их 2 полена. Что я на пилораме? Кстати, в натуре мне можно сгонять на нем по пырам. Закинуть туда. И вернуться. Второй хотя бы пилораму довези, чтобы... Ну здесь его, то есть, оставишь. Попадос попал какой-то. Я хочу сейчас эту удаленную взять. Попробую. Так, одна есть. Фига, не могу гараж вернуться. Знаешь, ну, да. Знаешь почему? Почему? Потому что, короче, там гараж размером, то есть площадка маленькая, и роспуск не влазит. Так, поехали, мы сейчас до гаража спокойно доедем. Вот дорога там, в гараж идет. Да? Да, вот поехали. Сейчас я точку открою, увидишь. Подожди, сейчас я точку открываю. Поехали, конечно. Вот, смотрите по карте. Прямо в гараж упираем. Видишь? Там моя машина уже там одна валяется. Ух ты, тут грязюка эта. Да. Ну что, хорошо здесь? Корочки. Корочки спустился. Не, я не буду, короче, удаленный брать, ну нафиг. Удлиненный?
Удлиненный, да. Ну, его почему-то удаленно называю постоянно. Вот пилораму. Я уже второй раз возвращаюсь на эту пилораму. Или куда там? На лесоповал на это. На лесоповал. Да вообще. Вот мой крафтовый. Так, меня подключить и поправиться. Так. Там медом что ли мне что-то намазано? Пипец, я все. Паша, там него. Паша, а в него выпьется? Вы там когда поедете, парни? Сейчас поедем. Ну я тут валяю. Паша, а что в него грузится, что ли? В кого? А вот то, что тебе сейчас. Нет, нет, нет. Я на этом поеду. Я сейчас этот распуск возьму этого. Значит, я тоже хочу тут взять. Ну. На испытание. Потестить вот. Да, он меня, наверное, вернулся в гараж. Но он, видишь, он у тебя без распуска. Ну да. Тут распуск не вылазит. Ну-ка я сейчас вот так возьму. Вот так. Вот так. И вот так. И вот так. И все. Все, я готов. Все, сейчас я просто кидаю. Да что ты будешь делать? Удлиненно брать не буду, потому что с ним немножко опасно. О, какой красавец. Все, поехали. Везет вам, че? Да сейчас жди, подъедем. Дима там валяется. Да нет, я второй пытаюсь утянуть с прицепом. Да елки-палки. Передатчик запутал. А ты на заправку поехал? Да, у меня топлива-то мало. Да что ты будешь делать? Он не тащит прицеп, зараза. Стал прицеп там колом у меня и все. Я тебя подальше, Вань, подожду это. Угу. У меня заправлено просто. Ну зацепись ты хоть за что-нибудь-то еще. О, нашел. Все, сейчас выдеру его оттуда. Все, наконец-то я выбрался. Слава тебе, Господи. Это как бодренько бежит. Ну хорошо вообще идет. Вообще бодро-бодро бежит. Этот еще даже веселее, мне кажется, идет, чем тот. Сейчас все испытаем. Вообще хорошо идет. Ты езжай. Я еду, еду. А вон он-то, нифига ты быстро как. Махом просто. Да что ты, не хочет он вот прицеп катить вообще. Давай, ползи. О, пополз. Нет, этот немножко чуть тяжелее идет по грязи. Да, кстати. Тяжелее идет. Вау, он еще и заваливается. Вот тебе 6 утра. Уже светло. Пилораму я проскакиваю, да? Да, на вторую надо разгрузиться. Да не, я сейчас до гаража сейчас дотяну его. Вы еще не доехали там до этого? До загрузки? Да не, мы тут ковыряемся. Что-то тяжко, тяжко, ужас, как тяжко. Ну да, тут веселее шел. Ну тут, видишь, получается, кабина у него, тент, он полегче. Он полегче, да. Бампер не такой сильный. Так, вторая. А вторая это что за пилорама? Я могу тут на ней разгрузиться? Ой, я где-то разгрузился, парни.
Да, видно. 2 из 8. А вы-то где разгружались? А, вы на первой. А мы ее полностью уже забили уже. Так, и тут где-то должен быть гараж еще. А. Дальше едь туда по дороге. А, гараж. Налево тут просто. Да-да-да. Угу. И ехал. Паша рванул. Ну, а вот этот, смотри, он по этой хорошо пошел. Он по равнине-то, да, он. Должен мне смотри, как по тебя рвать начинает. Ну как в горку хорошо бежит. Вообще хорошо прям идет. Но он тяжелее того, короче, конечно. Да. Чувствуется. Все, грязь и не ползет. Ты даже, Паша, решил объехать? Ну да. Да, а ты срезать хочешь, что ли? Нет, я еду. Нет, это Дима у нас экстремал. Я могу. Просто что-то Паша ехал, бац, нету Паши. А там с горки он у меня как втопил. Все, до грязи доехал, все, сел. Нет, ползет. Потихоньку, но ползет. Вообще на ура идет этот тентовый. Тентовый вообще классный. Тентовый, да. На ура бежит. Он прям грязь штурмует на раз. Так, попробуем груженый эти. А вы где есть-то? Я гружусь. Это вы на лес повали? Я еще пытаюсь заползти. Как колес хорошо работают. Тик-тик-тик-тик-тик. Да, сейчас груженым тяжко будет. Все, я загрузился. Я чуть подольше буду грузиться. Так. Нам сейчас ехать по дороге, по которой мы ехали. До самой воды. А на воде повернуть как раз пилораму, которая рядышком находится. Чего ты кричишь? Ларри! ДТП! Ничего себе! Сгинул парень. А кто вы все там с чем? Кто с чем-то? Все с бревнами. А вы сильно груженный-то, нет? Я загрузился. Сейчас я в твою сторону еду. Вы не поднимите меня. Поднимите мне ту машину. А я лег. Да ладно. Ты посмотри, Паш. Нифига себе. Еще один неваляшка. Вы чё, парни, разошлись-то? Так я развернуться хотел. И... Блин, а чё вы меня-то не подняли, ё-моё? Так, и в гараж не возвращается. Мы ещё не доехали. Прицеп скинь. О! Я тебе говорю, гараж просто короткий. Ладно, сейчас я поеду, Дим. Да я уже и сам могу туда в гараж попробовать вернуться. О. Всё, один в гараже. Сейчас второй. Блин, на второй вообще красиво у меня ушел тут. Такое ДТП было, вы не поверите. Я по карте видел, как ты куркался. Да я все это заснял, это вообще. Прям я боком как летел. Ужас.
О, две машины здесь. На заправку будет заезжать? Пусти меня, Вань! Вперед, я проскочу. Давай, иди. Я просто по быстричку погнал. Да. Ты руль за собой тащишь? Да. Умыло ты проскочил по грязи. Я на повышенной иду. Я и тут все еще иду на повышенную. Ну, сколько его интереса хватит, нет? Надеюсь. 345. Блин, я тоже упал. Ё-моё. А ты радовал. Да, вообще жесть. Да, по-моему, карты становятся все сложнее и сложнее. Не, ну четвёрку давал. Мурашки. Ой, парни, пойдемте покурим, а? Сейчас я доеду. Курить хочу. Так иди курим, мы сейчас доедем. Давайте, я пошел курить. Я за Диму по его путям еду. Может, он мне научит. Так вот. Там второй же лесоповал есть. А он на второй, наверное, ехал. Это, правда, посложнее. Дим, у тебя что-то лихо по грязи так бегает. Че бегает? По грязи быстро убегаешь. Это вот догоняй, хоп, грязь, тебя уже нету. Так вот. Я же быстрый. Быстрый, поворот пройден, с которого я улетел. Ну а кувыркался вообще зачет просто. Так я расскажу, что труп посмотреть. А? Не вижу, как ты кувыркался. Катя, труп посмотреть, вижу, как ты кувыркался. А, ну потом на видео посмотришь, там вообще такие чудеса просто. Реально свалился. По-настоящему. Завалил драндулет. Ох, на двух колесах. Нет, на трех колесах проехался. Да, они какие-то кувыркучие такие, блин. Ну да. Эй. Ой, прицеп валяется. Ты по нему ездишь. Нет, вот тут опасно. Вау! Я вижу. Так, ты не заглох? Нет.
Угу, сопротивление бегут как потянуть. За морду меня зацепи. Сейчас. Ой, да стою, стой. Тяни меня, тяни. Тяну. Все нормально, нормально. Все, спасибо. Сейчас опять загружаться. Ну, загружаться и выезжать не думал. Ну да, он как-то тут вообще такие колеи здоровые. Валяется мой ключ этот, просто и прицеп валяется в Пашин. Тихо. Да чего он валится? А тут кольцайки вообще жесть. Блин, ну. А ты прямо чуть ехать. И там за. Во. Разведу сначала, потом буду. Я тут, парни. Угу. Что у вас там происходит? Да, Дима уже успел отдохнуть немножко. Опять перевернулся. Че, парень, позвонить? Боже мой, да как тут так? Алло. Алло. Как будто бы не слышно. Так, а если в обратную сторону поехать? Там обратно два рама, кстати, есть. И, ой, лесоповал есть. А ты где сам? Я, наверное, сейчас вернусь в гараж. Сейчас буду разворачиваться. И чтобы мне не лечь снова. Все, я гаражу сейчас поеду. Там Дима же привез два этих. Че он привез тут? Тихо. Ты в гараже? Да. Жди. Ха-ха, я лег. На том же месте, кстати. Блин. Да невозможно там заправляться. Так, мне на заправку. Ну что, поехали. А зачем тебе на заправку? Не заправиться. Это где? Я думаю, в эту сторону ломануться. Жди. Надо ехать. Вот лесоповал. Как сюда ехать? Я сейчас надо сориентироваться с дорогой. Ты сейчас поедешь. Я хочу в обратку проехать. Ты видишь, где лесоповал другая точка? Вот давай туда поехали. Так, подожди. А, на. Нет. А, направо, который уходит. Но. Ну, который еще не разведан даже. Ага. Поехали. Это мы поедем, на котором мы уже два раза упали. Нет, поехали, на котором мы еще не были. Тогда нам в другую сторону. Да, нам через третью раму. Разворачиваемся. Да, я разворачиваюсь. Жду, пока ты это видишь. Так, на заправочку заскочу. А, кирпичи с бочками не проскочу. Не знаю, вот этот более легкий такой, хорошо видит. Ну вот этот, да, он легкий. Я кричит, раскидал как мячики. Даже урона не получил. Как бодренько, нифига бежит. Я грязь объехал. Я за тобой.
Помпа, жди, здесь поворачивать надо. Не-не-не, это на пилораму. А, это на пилораму, ну. Блин, вот тут надо пролезть сейчас. Вы где? Да вон, уже уехали? Опять. Здравами. Я перевернулся. Да ладно. Нет, а. Ты с кем там, Дим? Алло. Жена. А. Без сковородки. Жена. Жена, пока без сковородки. Посередине будет проехать. Мы когда-нибудь эту карту закончим, нет? Хотя карта долгая. У меня уже сейчас место на жестком кончится. Ну мы ее до конца, наверное, нифига не отсюда. Не допилим. Конечно, нет. Ну ты там этот, Дима, загружайся, езжай к гаражу, загружай там. А мы там поехали в дальнюю испытывать. Давайте, давайте. Пока дальнюю-то не испытаем. У меня водитель опять что уснул. Это он еле-еле прям идет, а? Да, у водителя точно ноги мокрые. Я даже сфоткал его ногами. Я застрял. Обалдеть. Кстати, что плюс, нельзя останавливаться. Остановись, тебе как это болото засасывает. Да, тонешь тут есть. Тонешь сразу же. В грязи вообще нельзя эту скорость сбрасывать. Что-то у меня еле-еле. Кстати, я по своим следам же еду, я не могу проехать. А ты размесил просто там жестко. Да. Видишь, Паша, а ты говоришь, что вообще следы чьи-то были, так кто-то вообще не проехал. А, ну, до определенного все равно есть предел до того, как оно разместится и все. Да все равно прикольнее бы было. Конечно. Карты можно поменьше, зато возни побольше. Вот тут деревья как ломают, вообще как красава. Эх, камушек, камушек, камушек. Не одним ступенькиным второго пихаю. Помогаю сам себе. Паш, далеко уехал? Нет. Опять упал. Дашь ведет ты? Не? Опа, нифига себе, ну так-то далеко. Сейчас попробую вылезти. Все, вылез. Вылез? Смотри, какой красавец. Вылез сам. Просто здесь камни, поэтому я в камень не уперся. Вроде он поиграл немножко назад, сдал и выскочил. Все, я буду. А где там Паша? Оп. Тут опять камнепад какой-то знак. Да что ты будешь делать? Я второй раз положил машину. Ёлки-палки. Пипец, мне что, опять возвращаться, что ли? Не в том же месте опять, ты прикинь. Одного я уже тут поднимал. Ох, ё-моё, нифига тут. Ничего себе, там у Паши хвост кидает. Да не могу даже домой. Есть точка отсчёта. Да, создатель карту. Молодец. Да, вообще. Нашел. Приманки, как все правильно сделать, раскидать. Что четвертый, что пятый. Паша попробую толкнуть. Да не, он ползет. Дивы, короче, я поехал опять за дровами. Едь на другую пилораму тогда, да и все. Подожди, мы еще не знаем, кто там. Вроде ближе.
Ну здесь дорога тоже вообще не айс. Кто-то недавно говорил, что пятая будет на велосипедах ездить. Да-да. Я и говорил, по-моему. Это точно надо. Что-то здесь. Ах, иди здесь. Я урон поймал. От камня. Так, куда тут сейчас рулить? Обалдеть, я тут юзом вообще боком дрифтую. Блин, уже целый час уже рисуем. Ух ты! Подключился за поворотом яма. Яма, да, там то. Я разогнался, улетел, блин. Блять. Я понял одно, на штуках надо ездить аккуратно. А то это чревато это бывает. Еду. Слушай, как ты как тебя эта машина поведет на гостях у бабушки? Ох, нифига тут подъем жесткий. Далеко не отъезжает ничего. Да, тут наверное дернуть надо. Да хотя если я залез, ты. Он тоже. Пустой на повышенный, вообще нормально тут пилит. Все, я уже нарисовали. Включу этот пилорама постоянно. Так, я на пониженный переключаюсь. Ну как на пониженный? Ничего, бодренько. Кто Паша, ты догнал? Я вообще легко прошу. Как я на пониженный? Прилетел. Чуточку не дотянул. Эй, давай заводи, дружок. Все, есть. Дай-ка дроп нам. Опа. Ну, теперь надо Нику выткнуть его. Да, это видео что-то получается. Я тут один постоянно. И наши голоса. Ездишь где-то непонятно. Я не говори вообще. Кувыркаемся, падаешь. У нас тут бекеря надо пару маленько под это подрегулировать. Сам свет на этом, на фронтовике. Все, я приехал. Что такое? Эту горку он, наверное, не возьмет. Ого! Ничего себе, горка! Просто скала. Это горка. Давайте сзади подтолкну. Да я сейчас на лебедке пошел. Попробую на пониженной. Это крыша тунтованная, Паш, нет? А? Нет. Нет? Я на тяжелом просто. Ай, вот ай. Дима, хватит сваляться. Уже почти. Вишу тут, парам-пам-пам. Сейчас. Давай. Ну идет потихоньку, идет. Все, поставил сейчас. Давай, зараза. А, Паша, я знаю, почему тебе было тяжко ехать. Почему? Палка, а вот и между колес. И ты не мог ехать, так же, как и я сейчас. Не, он меня на ровном месте просто шлифует, стоит. Так у меня так, кстати, у меня то же самое. Там подъем такой просто интересный. Да. Так, сейчас и камеру поменяем. Тут наверху это опасно, Ваня, аккуратно поднимайся. Угу. Вот тут в натуре дорога для велосипедов. Оп. Уже пошла. Оп. Давай, дружок, вставай на колеса. Эх. Ё-моё. Кряхтит, наползет. Уже его чуть не перевернул опять раза два, наверное. Просто я спешу. Спешу или спешу? Спешу. Еще пока спешу.
О, добрался до второго грузовика. Так, ну что делать? Ох, 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 ничего себе, Паша здесь. Ну. Очень узенькая дорожка. Если бы Дима был бы здесь, он бы, наверное, точно взяли. Ок! Фу! О, точка разведки. Вижу. Угу. Так, деревнами опять все устелено. Да, зипко вроде маленький, но такой вот зипко. Я боком не заткнулся. Нет! Опять? Уже подняло бок. Зараза. Все, вроде поставил. Все, одно место здесь есть, чтобы прям заворачивать его. Дима, тебе сказать хорошую новость? Приезжай сюда на пилораму, здесь так ровно. Да не особо тут ровно, я скажу. Все, один я вытащил, короче. Так, второй. Второй бы мне не ушатать тут. Оп, оп. Вот хорошо тут знак стоит, елки-палки. Все, я сразу развернуться. Я сразу взялся. Зацепился. Ух, нам еще разворачивать, нам еще обратно ехать. Я ж не... как ты... обалдеть! Я, наверное, точно не доеду. Тут туалет поставил. Аккуратненько разворачиваемся. Вроде развернулся кое-как. Дело грязь. Уронил. Уронил? Второго уронил, который на веревке шел. Вот они у тебя не валяшки там. Какие-то что-то сегодня вообще какая-то беда бедовая. Еще лежит, зараза, и у него урон идет, прикинь. Не заглох, видно, до конца. Попробуй его пихнуть уже мордой, как бы. Все, у нас сейчас с вами тут дорога предстоит. Давай, вставай. Ехали, радовались, что жены сейчас будут плакать. Жестокая вообще дорога. Из этой ветки урон получил, блин. Да. Экстрим, ручник не держит. У меня тут экстрим вообще, парни. Я? По видосу посмотрите, потом обалдеете. Я все тут на тросах, на этих, на веревочках. Вообще ужас, короче. Совы кричат, так страшно водителю. Тут одного вытащил сейчас, все, поставил. Слава богу, не до конца я его ушатал. Так. Паш, ты немножко мозг задницу сносит, колеса. Да ладно, задницу, у меня тут переднюю сносит. О-о-о! Вижу, вижу, вижу. Вообще не идет. Совсем. Я меняю, кто один у меня первый идет, то второй. Можешь толкнуть? Сейчас. Сейчас пришел сделку. Так, все, еду. Что ты будешь делать? Вообще тяжко. Так я заехал по тебя полностью. Да ё-моё! Я по тебя заехал. О, наконец-то я до первой доехал. Я не могу теперь назад сдать. Фига, как ты туда залез-то вообще? Видишь, я по тебя залез. А, ты прям под капот. Жесть. Первая, короче, нету. Первая открыта, да, уже? Да. Я тут фотку. Ну что, у меня печальные новости. Я не помер. А что, слабым помогает, что ли? Вообще ничего не помогает, я вообще не могу отсюда выбраться. Просто спроси Диму, что приехал.
Дима, едь к нам. Я еду, первую пилораму уже проскочил. Давай, давай, ну лезь, ё-моё. Даже лебедка не тянет. Так, вот я ко второй подъезжаю, спускаюсь. О, пошел вроде. Так, я тебя боком толкаю. Давай, толкай, толкай. Меня прицеп заваливает. Давай, давай, прицеп, прицеп, не заваливайся. Вроде прошел. Во, вроде прошел. Да я вижу. Теперь я ползу за тобой. Так, там тебе лебедку надо будет, нет? Я не знаю. Я пока тебя толкаю. О, Дима первый раз привез что-то. Ура! Почему первый? Я второй. А, второй раз, да. Да. Я с прицепом же разгружался. А, да, да, да. Ой, я ее хоть открыл, а то тут можно бесконечно, наверное, пихать в них. Дрова-то. А, так тут еще 2 очка осталось. Ого. Это что, еще раз ехать, что ли? А вы-то где? Ого, вы где? Вы там что-нибудь разгрузили, нет? Ну, мы только загрузились и выехать не можем. Так это пол... У нас только одна открыта. Да. Паша, лебедку. Паша, лебедку. Блин! Надо было раньше чуть-чуть. А до дерева не дотянешься, там деревья сбоку хорошие. Да? Сейчас. А, вот, вижу. Вы на чем? Нас тут у бекера хоба? Да. Да. Сейчас я беру крада. Крас всем поможет, короче. Пересесть. Давай-ка, дружок. Где наши тапки? С цепями. Ё-моё, тут спуск, Ваня, вообще, я на тормозах качусь. А, где мы поднимались? А, да, вообще жесть. Я на пониженной, я на ручнике. Чуть 3 раза не упал. А, в кусты прыгать. Какие тут нафиг кусты? Ты подожди, меня подождал бы. Я я не могу, ручник поднял. Он тут не поможет. Все, я помчался сейчас побыстрее. Он и едет на ручнике, что делать? Тормозить, я не знаю, что делать. Я ребятка за дерево спанулся, остановился. Крас вообще как по маслу тут везде. Красиво. Только свистулька посвистывает. Паш, ты что там стал? Я все озяб. Крас. Толкаешь меня, да? Нет, я сам тут застрял. О, пролез, представляешь. Уехал. Спинтованный, скажу, он немножко полегче, он идет. Я Пашу догоняю, прям крутык, без лебедки еду. Вот что значит доработка, да? Да. Крас вообще сумасшедший. Дима, постарайся умудриться крас не перевернуть. Да не должен вообще, крас-то должен проскочить как везде, как по маслу. Ё-моё, блин. Копает, копает. Тут это, Ваня, опасный такой спуск. Я знаю, я вижу. Сейчас слежешь? Нет. Нет, нет, нет. Там когда так уже день-то? Час еще только времени, я обалдеть. Да что ты будешь делать? Ночи такие долгие. Тихо. Дима, где ты? Я еду за дровами. За какими дровами едь к нам? Разулики. Бросай все дрова, едь к нам. Давайте я сейчас по-быстрому, я на кразе-то, я думаю, должен подскочить тут на ура. А у тебя веток нет, да? Паша. А? Че говоришь? Веток нет, да, у тебя? Ничего. Нету вообще тут голяк вообще. Все, я, короче, приехал. Че, упал? Не. Да я забраться не могу. Толкаю же. О, вроде пошел.
Меня снесло. Все, я встал. Вот там весело. Меня снесло. Он меня пока толкает, я еду. Давай газу, газу, газу. Пол вообще держу, я не могу, он не едет. Посмотри сзади картинку. На меня посмотри сзади. Блин, как так? Он воскус не толкает, он толкает только машину, прикинь. Да? Да, он воскус не толкает. Видишь, я по тебя сейчас... Да. Вот это жесть. Надо срочно сфотографировать. Все пролез. О, фотки красивые. Так, я остановился. Нельзя останавливаться. Давай. Давай, Кразуля. Врагу не сдается наш гордый варяг. Паша, каким бы я железным кабином взял бы? Все, где-нибудь застили точно. Здесь где-нибудь все. Спать были. Все, я через овраг даже уже на кразе маханул. Ну, краска сила, это да. Да, вот здесь бы на кразе бы. Все, я уже на этом. Дима, ты слышал, да, я говорил? А, тентованный крышек, он машину не толкает. То есть роспуск. Он только в машину упирается. Я вот проблема, что тогда получается в игре. В игре? Ну да. Потому что роспуск, он находится в кабине у меня. Вот сейчас я пробую. Ну, роспуск не определяется, значит. Да, не определяет. Это они опять там тесты на какие-то пиндюрят. Что, Паша, едешь? Еду потихоньку. Ну, я... Твои бревна на моих бревнах, в моей кабине на моих парах. Все, я сам сел. Вот люди посмотрят видео и скажут, да, КРАС это машина. Видишь, ни на чем тут. КРАС один тут, как сумасшедший прет. Так, все. Только грязь в разные стороны летит. Ты на больших колесах? Степями? Я с степями, да. Да, ё-моё, он не едет. Сейчас, подожди, Паша, я назад сдам немножко. Да, горки это точно не его сильная сторона. О, я все, я застрял в грязи. Сейчас, парни, я дрова закину и примчусь к вам по пырам. Паша, там дождь будет закапывается. Прям возьму эту технику, ремонтные части. Буду вас так чинить. Ремонтные части? Ну, нахуй. Заправлять, чинить, все, что хотите. О, все, вроде залез. Паш, ты мне везет, парни. Нет, я подожди, я еще сам не залез. Так, помните, в машину залезла, ты нет? Все, залез. Давай лебедку. Так, подожди, я пробую, я на пониженной. Не, тут накопал, не накопали. Есть лебедка? Да, я уже все принял. Ну, пойдем. О, спасибо, спасибо. Я как-то это толкал, тут накопал яму. Бух, колеса упали. Сила просто идет, я не знаю, как сумасшедший. Ему вообще, по-моему, эта карта для него просто пу. Кофеечку глоточек. Как у белого человек пьет кофе, едет на кразе. Не потеет. Ну вот камень у меня встал между колес, между двух задних. Зараза, откуда ты взялся? Паша! Сейчас, ну, парни. Я лег. Все, ты лег. Я реально лег. К сожалению, одного потеряли. Минус один. Подождите, сейчас давайте я примчусь. Я пошел на... Где там КРАС? Скажу сразу, машина хорошая, но для другой дороги. Тут нужен КРАС. Так, где он, мой домик? Фу, там где я кувыркался, КРАС просто, смеясь, промчался с подпрыжкой на камне, знаешь. Вообще на ура.
Давай, давай, 260-е рули. Еду, конца не видно. Повышенные пошли. Только свистулька работает. Ух. Ну все, парни, это, наверное, последняя пилорама, я так думаю, повезем, да? Там нифига у нас запись. Ух, сколько байт. Ва, давай, дружбан. Порви. Порви эту карту, наверное. Посмотрел автор, сказал, блин, надо что-то для краза посложней. И создавку пятую часть, шестую часть, да? Но крас, крас даже штуку пятую рвет на кусты. Паша, я к тебе еду, если что, тебя вытаскивать, я на кразе. Смотри, как хоп, хоп, как семечки. Как семечки, грязь, вода, слякоть, все. Грязь, вода, слякоть. Ой, светлеет, ребята. Ох, тут грязище летит. Вообще на ура пролетел. Все, я разгружаю ее. Завершено. Так, теперь заправку мне надо. Где тут заправка? Фу, вроде пролез. Не забудь, где заправка. Поехал куда-то, походу не туда. А, нет, на заправку. Все правильно. Ну-ка, брысь, вороны. Ну-ка, дай-ка нам солярочки, бабам. О, кто-то гудит недалеко. Кто это был? Ай, как всегда я, ворон разгоняю. Кто-то рядом есть. Я слышу, где-то рядом тут гудок. Я поехал за Пашей. Все, это конец. Это конец. Это, пожалуй, конец моего пути. Так, вообще, кто где-то хочет приглядеть? Я здесь. Паша, ты где? Это просто как в GTA, знаешь, потрачено. 8. Осталось еще 8. А Паш, ты сколько тащишь? 4. Я тоже тащил. Вы посмотрите, где я и где пилорама. Да где-то недалеко ты, в принципе. Да я вот она, я ее прям вижу. А доехать не. Вижу, но доехать не могу. А доехать не могу, все. Тут просто подъем. Поехал куда? А? Говорю, Ваня, поехал куда? Так я поехал его вытаскивать, а он с другом уже поехал. Какой я все, я встал? Конкретно. Давайте я тогда возьму удлиненный сейчас еще. На кразе. Удлиненный? Да. Тануку я скидываю. Сцепка. Шаланды-то тут нет у нас. Нету, надо ему шаланду прилепить. Вань, ты едешь ко мне, нет? Так я поехал загружаться, дровами. Да вы что меня бросили тут? Вы что? Я думал, ты приедешь. Едь Пашу спасай, едь Пашу спасай. Ладно, я сам. Спасешь его? Да. А я тогда погнал за этими, за дровами. Один из... Сколько он берет? Два. Едь, Вань, загружайся. Остановка? Я, короче, я это, да. Второй два. Погнал. О, Паша, он поехал. Спасай себя, поеду. Повышенный? Да. Посмотреть не может в сторону. Пилорама. Я туда. Дима. Пилорама. Ай. Там, где мы были. Езжай туда. Там хоть как раз испытаешь. Да я не буду испытывать, я поеду, может, побыстрее, чтобы тут хоть это все добить дело.
Вы 4 привезите он оттуда и все, и хватит. Блять, ворона. Кто будет смотреть? Нифига себе, считай, 2 часа. Я разогнался в ту сторону. Вообще жесть. Я по кабину на кразе тут. Да, тут уже, кстати, вот где намесили, уже туго идет. Жалко, архитектура где-то играет, да? Скоро может диман другого какого-нибудь. А? Можно с другого краза какого-нибудь взять текстуру. А как ты его можешь сделать? Можно. С 260-го. Ну они есть, я понимаю. Есть, конечно, есть. Он если парень отправлял какой-то крас 260, я могу потом принять скинуть. Да они есть, есть. Я минимум еще штуки 2 знаю. С разными текстурами. Дима, ты на какой поехал здесь повал? Там, да, где переворачивался? Да, как всегда. Я поехал туда, где всегда. Так, я почти приехал к себе. Я туда не хочу ехать, где мы с Пашей загружались, там как-то опасновато немножко. Ну да, вот это первое было, по-моему, полегче было. Ну давай, грузовичок, поехали, что ли. Вообще ништяк. Тащит, да? Да вообще легко. Сразу легко. О, кто-то срок делает. Я опять тут через овраг просто маханул. На шнурке. Просто красавец. Во, я уже здесь. Я заправки еду, забыл полноприводку купить. Доехал, парни, я доехал. Неужели в самом деле разгрузил? Да, я вижу. Да, было дело. А вы на какую пилораму сейчас стрелите? Я, как обычно, на ту, на старую, на первую. Ты уже сколько-то очков-то отнес? Я на лесоповале, в смысле, на первом. А, на лесоповале? Да. Так. Да что ты? Он неудобный, зараза. О, есть контакт. Так, теперь мне надо прицелиться. Куда мне пойти отсюда? Где я-то? Я тут, у тебя 4. Я на удлиненном, у меня 6. Я удлиненный тоже. Так. Я не буду объезжать, наверное. Я поеду сейчас, Вань, тебе навстречу. Я пойду к Курипану. А я пойду покурить. Мудрое решение. Я бы тоже покурил.
уже бы, наверное, пошел. Так, ставь паузу, даже покурю. Сейчас разверну хотя бы его. Вообще крас дурной. Обалдеть, вот это зверюга. Час 36 мы пишем, где мои? Час 36? Да. У меня как кончится место на жестком диске будет труба. Опа. Опа. А я-то с дровами. Пролезешь-то, нет? Да, я прыгну. Или постой, я тут попробую пройти. Я не постою. Ааа, все! Нет, не все. Фу-фу. Ааа, нет! Морду вывести, думал, все, если бы покороче был бурок. Сзади упадет. Я бы ушел. Так, давай, ты приезжай, я поехал прямо. Оп-оп-оп-оп. Ну чё? А всё нормально, я зацепился. Ну сука. Давай, пока я не отъехал. Взял ребёнок. Я здесь хорошо, балки валяются. Блин, а как мне там приезжать? Погнал. Так ты паузу ставишь, мы идём курить. Да что-то я решил, наверное, поехать. Забить? Поехать. Ух, он идет, его аж прям морду поднимает от этого. Да, 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 да. Груженный, морда поднимается, аж вообще обалдеть. Я сразу все по барабану вообще. Вот это зверюга. Читерский такой. Такие распуски мои валяются два. Прицеп пашем. Нет, я все свое убрал. Ничего не потерял. Все свое прицепил, да его как положено. Он как прихлопотал. Тр-тр-тр, деду, куда ехать-то? Ого-го, вот тут можно и завалиться, наверное, что-то. О-о-о. Дело было не в бобине. Пойдет? Все, я сейчас упаду, наверное, туда. Вот Баямирику сейчас сделаю. Оп-оп. Ох, я тогда разгрузился. Все нормально, прошел. Прошел? Да. А! Ай, вообще. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай, дружок, давай, потихонечку. Давай. Все, проскочил. Наконец-то вообще просто на ура. Думал, все, сейчас я его потеряю. Так, вниз я сюда спустился. Так, в итоге-то мне куда дальше ехать? Вот он. Поймал. Так, сейчас я определюсь. Я тут. Мне надо сюда. Получается, через реку. И по правому сюда. Опа. Ну ладно, поехали. Давай. Через сюда сейчас поедем. Так, надо сразу понижайку включить. Оп. Куда мне его везти? Час 40, а, обалдеть. Чей-то он Пашин прицеп валяется. Что-то вы все тут на карте все раскидали, где что. Я на дальний поехал.
передние колеса висят, на сундуке идет. Я тут? Ага. А мы никуда не выходили. Что у вас там происходит? Да решили курить бросить. Да блин, не могу тут, понижая с обычным с автоматом, грязь, вон что, не дает включить. Вообще он как крокодил тут прет в воде такой, знаешь, по пояс длинный. Лево налево, куда тебя потянуло? О, там какая-то глубина. Ну-ка, давай-ка нам лебедочку к дереву. Что там пожар? Что, я взял длинный роспуск. Оперную пилораму. Удлиненный? Да. Совсем удлиненный. А ты куда потачишь-то? Там еще где-то. У тебя там 4 очка еще надо довести, да? Да, 4 еще, по-моему. Я вот. Я могу 6 туда пустить. Тяжелее, дольше будет. А ты на чем? Опять на студбекере? Да. 6 очков я тут скинул. Давай, может, эту добью. А ты где? Ты пошел к Ване сюда. Ваня с той стороны едет. Так, я вот тут у гаража скинул. Там 2 очка. Охренеть! Это видеть надо было. Что там так? Не поверите, офицер догнал морду. Ух ты, я роспуск-то сложил вообще по-жесткому. Так, сюда надо только 2 очка привезти. На эту. На эту 2 очка. А тут только эта дорога налево. А это и есть эта дорога. Гаража, да? Ох, камни, как они надоели, эти камни. Давай. Не, крас вообще молочага. Я не спорю с казом, но буду. Камни самое противное, что есть. Реально, крысу упали, камни как не может одолеть горка. Оба! Что там? Встретились до одиночества. Помоги вылезти. Я камни штурмую, не могу. Да, подожди. Давай. Видишь, да, по шкаму? Да, я сам уперся тут, подожди. Ай. Что? Ты с пацаном, да? Да, ну я с роспуском. А, маленький? С большим. То, что мне вниз тянет? Он тебе сложенный? Да. Это маленький. Слушай, какой-то большой и страшный. Я что-то себя беззащитным чувствую на этом тарантасике. Уступлю-ка я тебе дорогу, пожалуй. Ну как по камням прыгай, да? Ё-моё. Опасный момент.
короче, понижены. Что, я поднимаюсь сюда курить, у меня уже сил нету. О, это кто такой тут? Вы что, там встретились? Ну? Ты видал, как я тебя обошел? Да, видел. Раз, вообще нырнул на него, вообще какую-то пропасть угорелую. А ты, Паша, тоже тут где-то недалеко? Да. Ну я уже проехал мимо. Я тебя проехал? Нет, я вас. Так, а куда мне ехать? Куда? Паша, поверитесь, я тут с кустов улетаю. Подтолкнуть тебя взад? Не надо. Ты меня просто раздавишь, а не подтолкнешь. Нормально, если подтолкнешь. Паша, вяло идет. Я на повышенной. Паша. Я на повышенной копаю. Офигеть. Ускорилось? Ну, чуть-чуть. Паша, ты в какую кабину ты едешь? А? Да кабина какая? Тент. А, нормально. Ну что у тебя, проходимость улучшилась? Да, значительно. Я тебе ускорение просто продаю. Все, тут спустя. О, я в тебя въехал как-то, как это? Я прошел сквозь тебя! Ты переехал меня просто, а не прошел. Взять просто на веревку? Не, поехал, поехал. Да он так нормально идет. Для ускорения. Ребят, я курить. Давай. Сейчас мы до деревьев доедем, загрузим. Вообще, я на сквозняк тебе просто подчинил. Прошел через тебя, знаешь, да? Я вот на повышенной чешу, смотри, вообще, пипец. Так вроде все хорошо. Сейчас еще на распуск расковыряю. Опс. Есть. Ага, криво стоит. Теперь низко стоит. Ну разворачиваться для него. Я нормально развернусь. Я, о, этот-то пойдет как бы этому по барабану. Я же на нем тут разворачивался. Единственное, что мне может тебя подождать, то, чтобы тебя не заковырнуть. Так, сейчас. Я уже все. Этому, в этом вообще зверюги по барабану. Что там за этот? Загрузился? Да ровно не могу поставить. Там прицеп низко будет. Че, никак? Да. Че тебя ждать? Да не. Может паузу ну, поставить, да курить? Хочешь, подожди. Ставить паузу, да нет? Да как хочешь, Степан, хочешь ставить. Да в принципе, а чё её ставить? Ну давай тогда, я пошел курить. Тут уже я поставил на тебя, как бы, чтобы посмотреть, что ты тут творишь. Давай. Чё ты тут творишь? Я буду сейчас ковыряться. Курить по очереди ходим. Ты уже покурил вообще? Что ли? Да. Фига себе. Тонкие сигареты маленькие. Даже не загрузился еще. Ох. Я, наверное, поехал на дальнюю, там, где не разведано. Туда поехал я, да? Да, я туда поехал. А я не могу загрузиться. Нет, ну крас сила. Ну, крас-то да. Дурной. Дурная сила.
Ё-моё. Опа. Все-таки четвертую часть я загружу сегодня, ой, завтра, наверное. Поставлю удлиненный прицеп и поеду. Попробую с удлиненным. Еще что мне нравится с удлиненным, когда едешь по камням. Он даже его не чувствует. Я сейчас лягу. Так. А нет, не лягу, может газу больше дать. Все, я в гараже. Гараж приехал. Я пришел. А Паша все мучается. Я все мучаюсь. Не могу загрузиться. Все, ты смотри. Тебе надо было роспуском встать туда наверх, а сам вниз, наверное. Ну, сейчас вот как-то так ты должен поймать. Вот. Не ловится нифига. Ну давай. Так. Ладно, что, я поехал на дальнюю, короче. Ты тогда привезешь на эту 6. 4. Ой, так еще и там открыто. Так я поехал там, где закрыто сейчас. Так. Слышь, Дим, я на дальнюю поехал, на самую дальнюю. Ладно, я тогда поехал, знаете, куда? Там, где... Паша, я тогда на ту, на которую ты отвозил, отвезу. Давай, давай. Так, это мне туда надо. Мне надо вот назад. Просвет какой-то есть рядом, дороги нет? Есть просвет. Блин, а как поглядеть-то? Пиндосы там не годятся. Ну ладно. Опять ладно, упустим этот момент. Yes! Наконец-то Паша загрузился. Все, я попер, короче, туда назад. Эх, те самая интересная часть доехать. Это не крас. Упал? Но было опасно. Еще даже осталось. Блин, чуть болен это меня вставилось. Е-мое. Опять опасно этот поворот. Такой. Все, я переехал вроде. Опять туда же меня тянет. С удлиненным тут тяжко будет. О! Вот тут, где я еду, тут зима не заехать. Блин! Упал! Да бревна с распуска соскочили! Вот засада, а! Надо заново грузиться. Ты их скинь? Я скинул, надо сейчас заново. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо разогнался. Как раз я понимаю, в тебе силы много и дури много. Ну куда-то, куда? Блин. Вау. Час 55, вот это веселуха. Да, четвертого человека тут не хватает. Очень даже, да? Очень даже. Надо было этого взять, Виктора. А он тоже там пока занимается. В мою сторону ты собирается ехать? Я думаю, Витя тоже будет обзор делать на этого, на штуку пятую. Надо будет посмотреть, сравнить. Он вроде завтра говорил. Да? Ну я там уже это за нас сказал, что мы вроде будем, ну как, мы будем, короче. Кто ко мне поедет, не знаете? Мне надо прицеп поднять. Но бревна я не потерял. Я тоже с бревнами чешу. Только если подождешь.
Попробую лебедочки поднять его. Твою. Так, немножко назад сдать. Так, я загрузился. Надо вот убрать вот эту, чтобы табличка, которая друзья выскакивает, чтобы убрать ее. Не знаю, она на видео будет, не будет. Ой, тут же опять вот это плохое место. Ай-яй-яй-яй. И опять я... Нет, нельзя тебе падать, нельзя. Нельзя тебе ой, падать. Ой, раз, ой, раз, давай. Ой. Парни, я сделал ступеньку. Все, я упал. Да ешь. У меня кот. Тоже плохо все. У меня тоже все плохо. А у меня хорошо, я сделал его. Все, у меня прицеп упал. То есть болтался на обрыве. Я бревна не потерял. Я поднялся. Я тут в такой каше все. И у меня морда уходит, уходит, уходит. Не, наверное, я уронил. Да как вот тут так сделали, тут такой размеш такой. Все размешали. Мешанина просто. Я доехал. Ой, я вроде тут прохожу. Опять прицеп-то висит у меня. Ой-ой-ой. Я вообще, у меня морда летает где хочет. Сама по себе там, короче. Я доехал. Ты докуда доехал-то? Это самый-самый дальний, блин. А там дорога и нормальная, да? Что-то ты быстро начался. Не, дорога-то нормальная. Тут резкие повороты, узкие-узкие поворотики. Урод. Я доехал. Сколько радости. Там вообще жесть. Так, мне надо налево. Налево. Так, как бы мне тут проехать? Могу понять. А, вот и... Нормально. Это для краза ничего. Походу я поеду, парни, на кразе. Накатался я что-то уже на этих штудебекерах. Не, ну для него не такая, как бы. Да я их засадил обоих просто. Просто как-то жестковато. Тут колеи, видишь, глубокие сделаны, они валятся. Так, а что, мне на какую ехать? Я сейчас еду на твою, на которую ты последнюю разгружал. Ага. Там у заправки вот одна недобитая стоит. Там 4, вот по-моему, я... очка надо. Или сколько там, или 2. 2, по-моему. Паш, ты на кразе езжай, нарисовал там, где мы грузили с тобой вдвоем. Я поехал туда грузиться. Мы сейчас там встретимся. Давай. Я туда рвану. У меня длинный. Ну, я уже на пилораме. Ой, у меня соляры 46 литров осталось. Да, это, Паш, у меня соляры нет. Пашины какие-то прицепы стоят, машина какая-то стоит. Я везде все пораскидал. Да у вас вообще вы как-то как поросята все на карте накидали тут с вами. Смотри, там то у одного что-то валяется, второго. У меня моего ничего нет. У меня все, машины там в гараже стоят и ни одного на прицепа не сидит. С видео будет косяк, но места не хватит и опять глючно получится. Ох, я роскошь-то как раз собрал. Давай, собирайся обратно, эй. Оп. Все, тип-топ. Тихо. И как ты так получилось? Ух, я тут с горы разогнался, обалдеть. Эй!
кто-нибудь может мне помочь в этой ситуации? Чего это? Эх, видели вы мою картину бы. Делай скорее, делай скорее. Ну я еду сейчас на тот лицо. Не поможет. Я сейчас скрин сделаю. А я потом увидите. Не знаю, где я еду. Я где-то еду, а где я еду? Куда я еду? Какая-то дорога тут. Грязь. Куда ехать-то хочешь? А, мне надо прямо. Пашу вижу. Паша, ты груженый? Нет. Ваня, а ты пустой? Да. Я повис. Паша, а ты куда едешь-то? На лесоповал попёр. А ты с дровами, Ваня? Нет. Возвращайся в гараж. Я не могу, я висю. Так и этот, вернись в гараж просто, да и все. Не возвращается. Вот дела. А ты с распуском? Да, с длинным. А сложить его можешь? Отцепить, если его. А он не отцепляется? Он не отцепляется. А сложить его можешь? Пожу. Вот теперь пробуй. Офигеть. Вернулся? Да вы тут посмотрите, я, блин, ни хрена он тут. Он на гору поднялся. Ну что, ты никак? А, тихо. Нет, не денег. Что там? А мне соляры не хватит. До него доехать. Мне все равно так выехать. Я сейчас в ту сторону попру. Приветствую на гудок. Да. Ой, и Ваня-то где-то издалека. Лучше, Дим, тебе приехать с камерой сюда. Такого никто не увидит больше. Только на фотках. Так. У меня в баке 19 литров. Я его на козла поставил. Красиво поставил. Мне бы до заправки дотянуться. Налево сюда, да, заправка будет? Паш. Нет, прямо туда. Не-не-не, прямо, Димон, прямо. Промахнулся. Акелла промахнулся. Ну что, Паш, я тебя жду. Я больше не могу ехать. Я еду. Посмеивайся. Даже лебедка не помогает. Блин, 12 литров. Ну давай. Давай. А ты где? Я к заправке пробиваюсь. 11 литров. Должно полный хватить. Привод выруби, как из грязи выйдешь. Полный привод выруби. 15. 10 литров. Сейчас я тебе спасу. 9. 8. Это заправки. Еще 7. Хватит. Хватит? 6 и заправка почти. 5. 4 я на заправке. Тихо себе. Вообще, вообще супер. Вот это я дал. Да, впритык приехал. У меня как-то было, я не помню, что-то тестил, тоже гонял по карте. Хорошо, я разогнался очень сильно на этой передаче. Я накатом докатился, у меня бензин ходит, я докатился накатом до заправки, заправился. Вот это было, конечно, прикольно. Ваня, тебя там дернуть надо так. Или что? Да, за морду. Что у нас так осталось-то? Ты не упал. 2 очка и... 2 очка. И 2 очка. А ну я поехал, возьму что-нибудь легенькое, чтобы по-быстрому. Возьму бортовую или автономку. Там бортовую бери, она попроще. Паш, ты меня видишь? Нет, пока. Ого! Ты как вообще туда забрался? Я вообще увисел в воде. У меня воду же упал. Я лебедку закинул к дереву. Больше не могу. Жесть, слушай, а фига, это правда надо скрин. Так сделай скрины на него. Сейчас. Так, платформа, где ты? Удалить. Автономка бортовая, бортовую поставлю, поеду на бортовую. Там как я в воде висел, я потом посмотрите в стиме. Вот ж тебя как раскорячило-то, ё-моё. Ты ж надо было так умудриться. Водитель молится иконкам.
захочешь, наверное, так не сделай. Так, так мне бы не вернуться. А ты просто мне скинь все, морду потяни. Копает, копает, зараза, давай, копай. Ну давай, попробуем. Давай. Мне кажется, ты уйдешь. Все, ты сейчас пойдешь. Да. Блин, надо было прицеп взять, вот что надо было. Все. А кто там где? Давайте я сейчас, может, с прицепом потом. А, вы же не сможете мой прицеп забрать, да? Ух, ты мать. Еще хлещ. Вы скрины-то хоть там делаете? Разложился конкретно. Упал? Да. Подожди, попробуй гараж туда. Потом я залезу в этом стиме у вас, нет, посмотрю. Обращай. Как-нибудь. Возьми за задницу, попробуй. Давай, попробуй. Подвинуться не могу, сейчас подожди. А, так у тебя задней точки-то нету, она у тебя на роспуске. О-о-о-о, ты куда? Все, решил жить самоубийцу покончить. Все. Ладно, перехожу на другой. Ну-ка, давай, ты можешь оттуда выйти. Давай. О, я роспуск выключил. Снял. Роспуск? Да. В гараж не могу вернуться. Нет, Паш, ты назад, давай, назад, 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 где? Подожди, подожди, подожди. Поднимаешь, 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 поднимаешь. Так, сейчас я заднюю куплю. Угу. Эй, ты не тяни меня. Это я уже все одной ногой там. Я вижу. Я тебя не вытяну, бесполезно. Сильно высоко. Что-то гараж не возвращает. Почему гараж не возвращается? Да, на грязи иллюминация полная вообще. Атас. Как включаешь. Я опять снова, я как раз утопил. Так, поехал я тогда на эту загружаться. Жалко, что нельзя вот прицепами меняться. Раз дотащил, кому-нибудь отдал. Да? Да. В реале-то это можно, как бы, а тут нифига нельзя. Ну, Диман, здесь даже следов нет каких-то. Ну, да, как бы, тут никто на это, знаешь, не заморачивается. Хотя бы элементарно свет бы, следы бы сделали. Человека, который там сидит рубит. Человека, да. Ага, материться молится, да? Человек, ну, машина застряла в грязи, человек сидит по рулю бьет. Там и так там бедный сидит. Ах! Передачку, да я передачку перепутал. Время 4, скоро рассвет. Быстрее можно. О, кто-то гудит недалеко тут. Я на заправке. Офигеть, красный повышенный везде идет, он пофиг. И на автомате он нормально пилит. Мы здесь с Димой уже час про это говорим. Я вот сейчас повышенно вырубил все. Любая лужа, пофигу вообще. Да, он если без всего, как бы там. Ну, легкий, если он вообще. Нормально чешет. Ну делать ему пофигу вообще. Не, он с прицепом пустой. Переключился, тоже пошел.
это для него вообще не преграды такие, да? Ну, грязь точно для него не преграда. Но штуку мы должны добить. Главное, чтобы места на жестяке хватило. Ну, я вот сейчас Ване, на которую отвез, я сейчас туда два очка отвезу, и все, будет готово, пиларам. А ты с дровами? Уже да, можно сказать. Но я уже на лесоповале сейчас. На котором, где у тебя машина была? Нет. На дальний, что ли, уехал? Да. Все, загрузился. Ну, я вот где-то рядом у меня тут должен быть лесоповал. А где ты? Я вот где ты грузиться не мог, где ты последний раз упал на лесоповал, на этот полицейский. Я знаешь на какой? От заправки, короче, который ближе всего к заправке. Правый верхний угол. Вот сказал так. Или в правом нижнем. Короче, который вот где заправка? А вот Ваня туда едет. Не та, которая мы первый раз загружали. Ваня, ты куда едешь? Я тебя встречать. Тебя встречать? Ты с длинным там, конечно, будет опасно. С какими длинными? Ты короткий, что ли? Конечно, у меня автоном, короче. Я сейчас туда вообще легко двучу. Наверное, как здесь ехал? Я уже прилетел сюда. На вертолете? У нас еще одна пилорама осталась, все. Ну вот сейчас Дима на нее и ты сюда, куда я еду. Тогда собираться надо где-то, у той, вы как там сделаете свои дела. Собирайтесь туда, куда надо. А, ты вон валяешься твои. Ух ты, тут вы накидали тут. Паша, тут три твоих запчасти какие-то. Там два распуска. Машина, да, и два распуска, по-моему. Вот ты дал тут вообще. Дима, в 7 часов собираемся у гаража. В 7 вечера. Пузырь взяли? Да. По страху. И вот она, сила. Вот она, сила где. Вот в чем сила, брат. В кразе сила. Я вот отпил опять. Все, я передал эстафету Ване. Теперь у него там красно-красно. Крас вообще читерский автомобиль, по-моему. Да? Ну. Читак такой здоровый. Монстрище. Надо ему еще будет аддонов долепить. Что надо будет? Аддонов долепить, там техничку поставить, там, знаешь, такую красивенькую. А, да, можно. Как бы он с ней тоже будет хорошо. А можно его два? Эвакуатор два. Вот как можно. Иван Васильевич меняет профессию, да? Опасный поворот. Не цепляться лебедкой, попробовать так. Оба, Ваня. Я к нему прицепствую. Прошел без зацепа, нормуй. Да, крас, конечно, вообще. ЗВР. Что тебя пропустить, Ваня, или что? Не, я сейчас уезжаю. Я хотел бы попробовать вытянуть его. 2.15, парни, обалдеть. Офигеть. Ну, вообще жесть. Вот, поезжай. Но мы, видите, как-то тоже играли там. Два, по-моему, с чем-то там. Купили. Давай! Паша, там аккуратно. Я вижу. Начинает подтуплять, наверное, жестяк уже забит. Блин, чуть-чуть осталось. Потерпи, жесткий диск. Вообще чуть-чуть осталось. Да, осталось мне вот только мне вот в основном доехать, это до этого и все. И
И мне вот тут не навернуться сейчас. Вот там чуть дальше, Паша, будет грязь. Очень жесткая грязь, и будет тащить. И там меня и понесло. Все, я тут прошел. Ого, Паша, ты же покидаешь, опасный момент был. Да. У меня вот тоже будет один опасный момент, я чувствую. В одном месте. Тоже так сделано. Прикольно. Аккуратненько надо. Вот оно. Злое место. Оп. Потихонечку, дружок, потихонечку. Все, на пилораме. Так вы разгружайтесь, едьте там, куда я должен приехать. Я уже руки тут помчал. Очень быстро помчал. Так, стопэ. Сейчас я прицелюсь, куда мне ехать-то. Ага, ага. Сюда. Через воду направо. Куда ты сначала на заправку хотел? Ага, ага. Я понял. Так вот на заправке можно встретиться все. Так не, едьте лучше к пилораме, наверное. А то места мне не хватит точно, как на шестике, понимаете? Я о чем? Если вы сможете туда домчаться, это будет быстрее, чем я доеду с дровами, наверное. Вот Паша проскочил на кразе, а этот ползет. Так ты сравнил. Ну да. По-русски говоря, жопу с пальцем. Ничего, сейчас через деревья срежу. Сейчас ты наверное за 5 дней там залипнешь. О, да, как раз с прицепом вообще вместе. Цепях нормально он идет, кстати, вообще. Паша, ты на цепях? Да, на цепях. Да. Нормально он, да, Миша? Он по грязи вообще легко. Так, тем более я крас не могу догнать, я на пятый уже еду. А крас все исчезает, исчезает. Паш, ты либо ты не уезжай, не любит, кинешь. Давай я тебя на трос возьму, и все. Ладно, я уже походу довез. Все, мы уже подъезжаем. А вот это не вы? Мы. Тут больше никого нет. Так я гляди, что тащу, я 4 очка пру. Не уезжай. Я пропускаю. Ну наконец-то мы встретились, парни. От радости. Ух, я пошел в разнос. Вставайте тогда, сейчас заскренимся и разгрузимся. Где у кого перед? Паша, вставай, бы перед ему вставал. Паша жопой, Паша жопой. Я думаю, развернемся. Ребят, вы будете смеяться. Че? По сравнению два краза и вот это мелкое. Я тебе говорю, я на нем ехал, тебя встретил, мне аж этот, даже страшно стало. Такой огромный вообще. Смотрите. Монстры такие, это. Ну все, скринимся. Селфи. Давайте делаем. Ну да. Папа с мамой, ребенок посередине, да? Yeah.
Или два папы. Ничего, все, парни. Разгружай. 2016 минут. Ну все, ребята, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, ко мне, к Павлу, к Ивану. Да. Добавляйтесь, друзья, в Steam. Пишите в личку, будем играть, если все хорошо. Машины хорошие, дороги хорошие, спасибо. Карта тоже очень хорошая. Карта тоже, спасибо автору, молодец. Четвертая, пятая. Красава. Да все с первой вообще, они отличные, как бы, в принципе. Без вопросов. Есть мелочи, но... Мелочи везде, как бы, везде хватает. Ну да. И у нас, как бы, их хватает, когда машины мы делаем. Ну все, парни, все. Всем пока-пока. Всем спасибо. Ждите новых видосов. Ставьте лайки. Всем удачки, да, ставьте лайки, смотрите. Всем чао. Чао.